Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, я приветствую своих подписчиков. В этом видео будет распаковка товара категории автотовары. И мы с вами, недолго мешкая, сразу же приступаем к распаковке. Так вот, товар у нас в категории автотовары, как я уже сказал, обошелся в 116 рублей или около 2 долларов, добрался за 16 дней. Посылка была брошена прямо в почтовый ящик, ну, что в принципе удобно, конечно. В почтовый ящик у нас почтальоны бросают посылки, если они у нас неотслеживаемые, во-первых, и во-вторых, по габаритам подходят, собственно говоря, для почтовых ящиков, то есть что-то недорогое и небольшое. Давайте уже распакуем. Это должна быть у нас такая защита для сиденья, для тех, у кого дети есть. Дети в зимний период, в осенний, в весенний, топают ногами по земле, собирают грязь, а потом, садясь в машину, очень любят на впереди стоящее кресло автомобиля эту грязь, собственно говоря, вешать. И вот, чтобы от этого спасти наше кресло, потому что чистить машину, особенно химчистка, это не самое дешевое удовольствие, для этого нам с вами пригодится вот такой вот чехольчик. Так, так и вот так. Значит, снизу имеются там у нас защелочки такие, которыми можно куда-то закрепиться. Ну, а сверху, соответственно, здесь даже липучка. На голове кресла можно цепануться и застегнуть, чтобы висела очень плотно липучка еще. Липучки у нас здесь две, кстати, их можно разделить и закрепить. Вещь замечательная, простецкая, недорогая. Ну и давайте, наверное, с вами еще ее примерим, собственно говоря, на автомобиле. Не переключаемся, поехали. Так, сверху мы закрепим, соответственно, на липучку. Снизу резиночки, и мы цепляемся за нижнюю часть кресла. В принципе, здесь тоже есть за что цепиться. Ну вот, собственно говоря, здесь закреплено плотно лежит. Снизу закреплено, я прицепился вот за эти части. В принципе, можно было, здесь тоже есть какие-то зацепочки, можно было за них. В принципе, в карманчик тоже удобно залезть сбоку, вот так, вот что-то там взять, если сиденье закрыто, все, пожалуйста. Соответственно, детское кресло находится примерно ноги вот на этом уровне, и все защищено, все достаточно неплохо. Ну что ж, прикольно. А тем временем на улице осень. Листва опадает, на улице много грязи, так что тема этого видео очень даже актуальна. Ну что ж, вот такой замечательный товар, мне все очень понравилось, дешево и сердито. Но мы не будем затягивать видео, единственное, в конце скажу, что спонсорами этого видео являются площадки AliExpress, Tmall и Gearbest. Мою подборку лучших товаров с этих площадок вы можете найти в описании к видео. Приобретая любой из этих товаров, вы автоматически поддерживаете мой канал. Ну а я с вами прощаюсь, всем удачных поездок на автомобиле и чистых автокресел. Все, друзья, всем счастливо, пока! Love you.